Порядка 500 ОСИ и почти 600 простых товариществ созданы в Казахстане. Большая часть из них в городах Нур-Султан и Алматы. Всего же в стране порядка 54 тысяч многоквартирных домов. Такими данными сегодня поделились в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Для разъяснения всех правил и норм открытия объединения собственников имущества, а также реформ в сфере ЖКХ, запущен специальный сайт jkh.kz. При этом для создания ОСИ необходимо провести собрание инициативной группы с участием не менее 10% жильцов. Среди основных вопросов на собрании необходимо проголосовать за создание ОСИ или простого товарищества, выбора председателя ОСИ или доверенного лица простого товарищества сроком на 1 год из числа собственников, избрание совета дома не менее 3 человек из числа собственников сроком на 3 года. Избрание ревизионной комиссии или ревизора сроком на 3 года.